Тут недавно ко мне подошла. Ко мне недавно подошла женщина в магазине. Я зашла в магазин. Тут продается там польская еда, югославская, армянская. И вот я покупала там бородинский хлеб, помидорчики соленые. Вот. И, короче, подошла она ко мне. И она услышала, что я из Воронежа. Вот. Она говорит: «О, я тоже из Воронежа». И я думала, она что-то плохое скажет про Воронеж, потому что она живет в Америке, да, и давно-давно ехала. Она говорит: «Ой, я так по нему скучаю». Вот. И, в общем, я что-то так разговорились, и я говорю: «Ну, так только езжайте домой, да, ну, грубо, не дай бог, вы же умрете в Америке, лучше же умереть дома». А она говорит: «Ой, нет, я женщина старая, мне нужна медицина. В Воронеже плохая медицина». Да что ж такое? Воронеж миллионник. А у нее чуть ли не квартира в Москве, а Москва там вообще 15 миллионов. Самая лучшая медицина же Москва, правда? Она говорит: «Нет, нет. Лучшая медицина в том городе, в котором она магазин был. А в этом городе 12 тысяч живет. В этом городе живет 12 тысяч жителей. Больница в этом городе имеет лучшую аппаратуру, чем больница в Москве». Она патриотка такая, что ну просто ненавидит эти все небоскребы, все это ненавидит. Но медицина в этом малюсеньком городке 12 тысяч лучше, чем в Москве, которую она так любит. И она говорит: «Я так люблю Воронеж, но не могу поехать, потому что мне нужны лекарства, за мной нужно наблюдение». Вот такая вот патриотка Воронежа и Москвы живет вот в маленьком городочке недалеко от Бостона. Мне все это знакомо, мне вот все это знакомо. Да. А почему не написали Наташа? А почему Ната? Так по-европейски. Ну, потому что меня так друзья зовут. Ната, Туся. Ага, понятно, хорошо. И из какого вы города, Туся, Ната? Я из города Петропавловск. Петропавловск. Красивый город? Знаете такой? Ну, красивый. Честно говоря, не зеленый. Очень. Зеленый. Зеленый? Показать его вам? Ну, пока еще холодно у нас. Петропавловск показать? Я случаю, доходит до минуса. Пока Петропавловск еще... показать сейчас в эфире? Нет, я не почувствовала. Надо Петропавловск показать в эфире, нет? В смысле, вы у меня спрашиваете? Ну, я да. Если вы хотите, я покажу ваш город сейчас. Покажите. У меня другие интересы в этой жизни, а не сколько у нас в городе живет. Понятно. А вы давно переехали жить в Казахстан или вы там родились? Я родилась и выросла здесь. Но вы не казашка, да? Нет, я русская. Понятно. Я русская казашка. Русская казашка. А мама у вас откуда родом? Папа? Мама у меня из Чимкента. Она там родилась. Папа у меня с Петропавловска. Так, получается вы... Получается вы... Получается вы казашка? Почему нет? Я русская казашка. Нет, русская причем? Ну, потому что по национальности я русская, а казашка, потому что я живу в Казахстане. Так еще раз, ваши родители из Казахстана, как вы можете быть русской? Вы знаете Маяковского, помните? Так. Я русский по паспорту. Помните, то есть вы себя не признаете, свою кровь? Вы вынимаете, да, как сняли себе кофту, и осталось внутри вся русская, да? А кровь же нужно влить в вас, чтобы вы были русские. Нет, вы не правы. Мы просто здесь, вот в Северном Казахстане, город Петропавловск находится, мы здесь все живем бок о бок. Понимаете, и для нас национальности нет. Да, вот это правильно. Вот это правильно. Если вы сказали, что Казахстан национальности нет, то зачем вы говорите, что вы русская? Вы же настаиваете, что вы русская. Значит, она есть национальность. По паспорту русский. Помните Маяковского? Не, послушайте, вы сказали, что национальности нет, но вы при этом доказываете, что вы русская. Как это понять? Нет, но русская. Вы именно доказываете, что вы русская. Значит, национальность есть. У меня национальность русская, но я себя считаю русской казашкой, поскольку мы Пасхи, вот у нас Пасха была, мы несем яйца крашеные, мы по
Пасхи делаем, когда казахстанские праздники, они также к нам идут. Понимаете, у нас все общее. Нет, ну хорошо, если общее, тогда вы не называете русских. Вы же не знаете до конца, что такое русский, вы же там не живете. Вы не знаете, что вы считаете, что Пасха это яйца это русские? С чего вы взяли? Может быть, яйца это украинцы? С чего вы взяли? Вы знаете, что украинцы крестились в Киевской Руси в 988-м, а Московия не крестилась. Нет такого года, что Московия крестилась. Поэтому, когда вы говорите про яйца, вы, наверное, считаете, что они православные. Православие было в Киевской Руси, а Киевская Руси... Но я христианка. Ну вот, значит, там и оттуда так пришло. Так же, как и вы. Так вы зачем говорите, что русские? Русские не придумали яйца. Девушка, какая разница, кто и что... Тогда не говорите, что вы русская. Самое главное, скажите, в жизни что... есть выражение «человек». Хорошо, тогда не говорите. Тогда не подчеркивайте, что вы русская. Русские к яйцам не имеют такого отношения. Скажите, что вы Наташа из Казахстана, вот и все. Так я вам так и говорила вообще. Хорошо. Чем вы занимаетесь? А у меня бизнес свой. Молодец. Это, ну, одежда, украшения, косметика. Что вы делаете? Нет, как-то нет. У меня гостиничный бизнес. Круто. Сколько стоит у вас ваш номер? Ну, у меня несколько гостиниц, о которой вам сказать. Не знаю, но сколько стоят ваши номера? В долларах. Ну, хорошо. Самый дорогой номер стоит 25 тысяч тенге. А в долларах можно? Я просто не знаю в тенге. В долларах, ой. Я что-то давно не заходила, не смотрела, сколько... сейчас. А в рублях? В рублях тоже не скажу. Тоже не интересовалась. Угу. Ну, приблизительно... Россияне приезжают. Приблизительно это где-то... 1000 с хвостиком. Рублей? Да. Это получается 10 долларов, да, где-то получается? Я даже не знала, что есть такие цены. Это самое дешевое. Я даже не знала, что есть такие цены, 10 долларов. Это 10 долларов, я не знаю, может быть, тирамису могу купить? До 10 долларов я ничего не могу купить. У вас жизнь дороже, а у нас немножко лояльнее. Да. Вы Казахстан любите, да? Не то, что люблю Казахстан, я люблю землю, на которой я живу. Не совсем поняла. Вот так будет вернее сказано. Я люблю землю, на которой я живу. А вы думаете, в России есть такая Наташа, которая скажет не то, что я... Люблю или не люблю Россию. Я просто люблю землю, на которой я живу. Так россияне будут говорить? Не знаю, не спрашивала. То есть вам не нужна национальность, гимн, традиции, историю, Золотая Орда, там, что дело? Вы знаете, это все... моя история, именно что моя история, она заключается в том, которую я помню, когда я родилась, когда я росла, когда я училась. Вот это моя история. А Гитлер уже не ваша история, да? Ой, ну как вам сказать? Судя по тому, что мне дед рассказывал, а он у меня во время войны, он работал в секретных службах. Вот. И... Гитлер, да, это как бы, ну, насколько я знаю, он был немножко неадекватен. Интересная точка зрения. Ну, ладно. Ну, он уже вас не касается, да? Ну, вы же сказали, что с момента, как я себя помню, вот эта история меня интересует. Гитлер же был до вас. Нет, это касалось, по-моему, во время войны Украины, Казахстана и России. Это касалось всех. Ну, а единственное, у меня в Украине, кстати, живет подружка. Наташа, а как вы думаете, кого больше? Наташа, а как вы думаете, кто больше уничтожил казахов? Гитлер или Сталин? Нет, насколько я учила историю,
никто никого, в принципе, не уничтожал, были просто...